На внешнюю угрозу. Не просто так мы вот эти вот обозначаем аспекты. Мы говорим о том, что у нас есть союзник, у нас есть союзники в рамках ОДКБ, и мы в Минске вот в августе спасли Европу от горячей войны. Вы подумайте, что если бы эти чудаки пришли к власти и призвали сюда войска, какая была реакция России? Что бы было с Прибалтикой, с Финляндией, с Польшей? Вы поймите, что мы спасли Европу от горячей фазы войны. Поэтому скажите спасибо трезвому белорусскому народу, который успокоил хулиганов, и сегодня мир в Европе. Вот мы в свое время, Вторая мировая война, каждый третий пал для того, чтобы они жили и сегодня нас учили. И вот все еще на улицах наши граждане пострадали, которых обманули. Наши силовики пострадали для того, чтобы в Европе сегодня был мир. Пускай скажут нам спасибо. И по Конституции давайте, может,